Всем привет! Сегодня 27 февраля. Приехали во Вьетнам. Отель Белла Бегония. Нам дали номер 103 на втором этаже. Сейчас расскажу, что тут в номере. Вот только с сумками зашли. Так, значит, вот так раз закрывается на ночь, чтобы чужой не открыл, как у нас цепочки. Ну, как всегда, вставляется здесь ключ в такую специальную штучку, чтобы электричество можно было включить. Так, заходим в туалет, ванная. Висят полотенчики, два маленьких, чистеньких. Два больших лежат, тоже чистенькие. На полу полотенчик бегония. Ванна такая хорошая. Душек висит. Штор, правда, нету, просто труба отдельная. Так, здесь что у нас? Бумага туалетная лежит просто на унитазе. Что-то они не повесили, может, сломано. Уже сломали. Так, здесь что? Зеркало большое. Два стаканчика. Две пепельницы. Здесь что кладут? Мыло. Один кусочек на двоих. И не знаю, что тут. Шампунь. Кондиционер. На двоих это все. И такая шкатулочка у них. Расчесочка. Палочки ушные. Уши чистить. И две зубные щетки с зубными пастами. Вот с маленькими тут тюбиками чувствуется. Дальше что у нас? Идем. Ох, коридор. В коридоре тумбочка. Тумбочки стоят. Тапочки многоразовые дают. Уже раз 100, наверное, кто-то одевал. Мусорка. Открываем тумбочку. Холодильник небольшой. В холодильнике вода по 0,5. Две баклашечки. Дальше. Такой столик. На столике фен. Ящики. Все работает. Что тут? Описание отеля, не отеля. Цена, может быть, на еду. Здесь, да, скорее всего, вот. Цена. Суп. 65 или сколько донгов. Это умножать надо примерно на 3. Ну, чуть-чуть поменьше, 2,7. Получится, сколько рублей. Так, значит, подносик стоит с двумя бокалами большими. Тут тоже пепельница. Две маленьких еще бутылочки. Две кружечки. Две тарелочки. Две ложечки. Чайничек электрический. Кофе. Два пакетика. Три в одном. Два сахара. Вот. И два чая. Дальше. Телевизор с плоским экраном. Такой нормальный вроде бы есть. Вот тут вход для флешки. Читает, не читает, неизвестно. Зеркало хорошее. Это что у нас окно получается? В туалет, что ли? Ну-ка, сейчас я... А, нет, там включен свет. А, для красоты, наверное. Нет, видно примерно так чуть-чуть свет. Ну что там в туалете? Ничего не видно. Так, здесь прикроватная тумбочка. Светильник. Кондиционер. Все, пульт тут лежит. Кровать такая большая. Олежек с дороги устал. Завалился спать. Перелет был долгий. Картина красивая. Вторая тумбочка с телефончиком.
кресло одно, второе кресло столик, еще кресло вот тряпочное и шкаф. Ну, шкаф такой прям большой. О, и в шкафу у нас стоит сейф и два халатика висят. Вот так вот тебе отельчик. Что там у нас за халатики? Ну, на орешках, конечно, размер не попрет. Орешку надо размер 70-й. Бегония. Вот такой шелковый халатик висит. Один и второй. Шторки. Правда, грязненькие, но ничего. И зато окно есть, а то мы покупали номер Deluxe, там написано окно, но как бы в коридор, что темнота. А тут во двор. О, господи, как же тут открывается-то? Не поймешь, не открою это окно тут. Зато легко может чужой залезть. Крыша какая-то здесь. Отель другой. Что-то даже я не пойму уже. Что-то ж все белым стало светом. Тут какая-то крыша. И другие номера могут заходить, кто хочет. Так, ну, в общем, вот так вот. Ну, вроде ничего. Номера, ничего так отеля. Завтра вот завтрак будет с утра. По-моему, с 6:30 начинается. Да, дали такие талончики. Все по дням, все на завтраке. Все расписано. Завтра не забыть эти талончики. Бассейна здесь, в этом номере, в этом именно корпусе нет. А рядом через дорогу тоже Белла, а Бегония отель. И это же серия, только четверку. У них бассейн, можно к ним ходить. На 16-м или на каком-то 18-м этаже бассейн. Так что там вид вроде бы красивый, но сам бассейн, говорят, не очень. Так что до следующих видео. Все. Пока.